Чё кого, друзья? С вами Корик, мы находимся в Kingdom and Castle и продолжаем дальше играть и отстраивать нашу деревню. Блин, как мне хочется поиграть в эту игру, вот честно, вот меня прям сюда тянет. Игра меня зацепила 2 года назад и до сих пор мне как-то... Даже вот эта музыка, которая играет... Вау, это что так? А, это облако, блин, я испугался. Даже вот эта музыка, которая играет, прям вот, вот те воспоминания, которые были 2 года назад, когда мой канал еще был маленький-маленький, потихонечку-потихонечку развивался. Да, было круто. Что у нас здесь, значит? Мы посадили растения, уже растут вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Здесь сейчас тоже достроить сад. И мы будем тоже ходить в сад. Будем всей толпой ходить в этот сад. Ну и потихонечку еще отстраиваем, получается, фермы. Я думаю, что вот это все можно засеять фермами. То есть будет такая прямо огромная, гигантская. А, нет, стоп. Знаешь что, я помню, там будут какие-то постройки. По-моему, это ветряки. Они типа улучшают ферму, их надо строить в центре, вокруг. Вот, но я не помню, насколько, типа, ну, насколько много они захватывают по области. Ладненько, так, мне нужно добывать уже бабки, вот, взывают налоги, мне нужна сокровищница. Сокровищницу будем строить возле замка, чтобы она потом стала как, типа, частью замка. Кто смотрел мое первое прохождение по Kingdom and Castle, образно, пускай будет первый сезон, да, это... То пускай будет первый, это пускай будет вторым. Вот, я там отстраивал замок уже под конец, то есть там уже в конце каких-то заключительных выпусков я отстраивал замок. Делал его прям кайфовым, большим, здоровым. Я помню, мне писали ребята, что очень круто смотрится. Я думаю, что здесь мы тоже будем этим заниматься, строить большой крутой замок. Для этого надо делать какие-то построечки рядом с замком. Вот, и потом их объединять. Это будет потом очень-очень эпично выглядеть. Так, ну и у меня получается развитый город открылся. Этого я тоже... Я помню вот такие вот постройки. Я помню вот эти вот 2 статуи. Это типа я точно помню. Я помню библиотеку, помню. Церковь помню. По-моему, кладбище было еще. Да. Вот я точно не помню баню. Больницу вот эту большую я не помню. Фонтаны я не помню. Большую библиотеку, собор. Этого точно не было. Вот этого не было точно. Да, прикольно, прикольно. Слушай, ну я потом, наверное, буду вот эту часть как-то вырезать. Не знаю, как-то может... Ну, здесь буду делать, в общем, большой город. Вот. И, кстати, на нас пока еще никто не нападал. Не было ни викингов, никого. А, наверное, бы стоило что-то как-то уже начинать... Планируется для войны, разбил баллисту, казарму, школу лучников. Да, вот, надо построить зал войны, потом казарму, потом школу лучников. И как-то уже, наверное, начинать... О, лужи появились. А, они, по-моему, были. Строить зал войны, да, и нанимать казармы лучников, воинов всяких, героев, вот это вот все. Тоже нужно, но в первую очередь... По понятным причинам... Это что такое? Подожди, я могу переименовать? А, ну это типа остров мой, да? Нет, пускай он так и называется. Океанский бриз. Мне нравится это название. Фруктики растут. Почему-то хранилище продуктов долго строится. Видимо, какие-то проблемы с деревом, не знаю. Но вроде как все хорошо. По ресам. Много камня у меня. Еды не так много. Еда очень быстро улетает, на самом деле, но ее успевают хотя бы собирать до зимы, до холодов. Вот, вместимость, по-моему, 1000. А, нет, 250. 250, 175 может быть фруктов и 250 может быть... 250 может быть обычной еды. Понимаю, понимаю. Что будем дальше строить? Давай сейчас посмотрим. Малый склад. Ну, склад есть, в принципе. Он вроде как... Тут по-моему, 900. Да, то есть, может быть, довольно много. На этом складе. По ресурсам может быть довольно много камней. Поэтому пускай будет. Можно попробовать... Вау, тут пожар. Ну, там есть колодец. Поэтому я думаю, что этот дом должны, по крайней мере, потушить. По людям. Ага, все, вижу. Мне нужны лачуги.
Или можно коттеджи, например. А, коттеджи не могу, дерева нету, да? Давай тогда дерево сначала добудем. Наверное, стоит лесника построить где-то вот в этой области. Или где-нибудь вот здесь так. Давай здесь, наверное, будем организовывать. Тут такое место, где я сомневаюсь, что я буду что-то строить. А вот, например, построить тут лесника и добывать тут очень-очень много... Дракон, да ладно, уже. Мне его нечем даже сбить. Сейчас кто-то такой скажет: дракон, чего? Ну, те, кто не видел у меня это прохождение. Да, здесь есть драконы, викинги, они периодически прилетают. Драконы начинают наводить шухер, поджигать все. О, у меня коттедж горит. Ребята, у нас дома горят. Ёлы-палы, вы чё, блин, делаете? Тушите дома. Сейчас же сгорит все к чертям. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, ребята, что вы творите? Так, подожди, давай уменьшим скорость. Так, нам надо пособирать деревья. Будем вот отсюда, наверное, их собирать. Тогда вот это все. Вот эти все деревья будем собирать. Вот. А строить будем... Лесоруб рубит и усаживает деревья, нельзя строить слишком близко к другим лесникам. Вот здесь, короче, будем тогда строить лесников. Одного здесь поставим, другого поставим. Ну, где-то тоже не под... А, все, нету места больше, да? Ладненько. Так, по приоритетам. Лесорубы сейчас у нас в приоритете, потом фермеры, садовники, торговцы. Торговца давай поставим вот так. Пускай будет один всегда. Так, далее, лесорубы, бармены, давай тоже, пускай бармены у нас будут. Почему у нас так все, работники склада у нас нету, работники амбара нет у нас тоже, ребят. Ускорители, устроители мероприятий, я думаю, ускорители какие-то, чего, блин. Вот, сейчас тогда пока мы Да блин, ракон, улетай, что с тобой... А, все, он уже улетел, все. А, пострадали у меня, конечно, дома. Довольно-таки серьезно пострадали дома. Где они? Вот они. А, ну три дома снесли. Их надо восстанавливать обязательно. Тут у нас коттедж один снесся, да, и обычный домик. Я вот здесь поставлю коттедж. Бенч. Здесь, наверное, тоже. Хотя нет, здесь, наверное, дорогу я продолжу делать. Вот здесь можно поставить коттеджик. Так, подожди-ка, сейчас надо вот так, ага. Чтобы разместить его вот так вот входом. Вот. А здесь делаем дороги тогда. Дороги, которые будут выходить, возможно. Возможно, здесь будем делать пристань. Потому что тут рыба... А, нет, рыба вон там внизу. Блин, а тут тогда... А, ну здесь мост будет. Тут по-любому мост будет тогда. Вот сюда, там у нас камень. То есть вот как-то так будет идти мост. Вот здесь мы тогда сделаем рыбаков, потому что тут крайне много рыбы. И камень здесь тоже будем добывать. Да, по-любому, как-то так это и будет у нас сделано, но в будущем. Причем в будущем достаточно в далеком. Не сейчас. И не близко даже сейчас. Вот так, делаем дорогу до самой воды. Вот, и здесь тоже делаем. Я помню, что здесь нужно строить город районами. То есть у тебя должен быть район небольшой, да, вот типа вот такого. И в нем библиотека, больница, колодец, таверна, еще что-то. Вот, и все это должно как бы охватываться. То есть охватываться специальной такой территорией, чтобы все типа было там классно. Поэтому... Следующая атака дракона через 13 лет. Вот так вот. Но это, кстати, не так уж и долго, 13 лет. Возможно, его надо бы все-таки убить, этого дракона, чтобы он больше к нам не прилетал. Что у меня по деньгам? Денег 0. Вот так вот. Почему-то 0 денег у меня. Потому что налоги надо было, блин, выставлять. Пускай 10% у нас будет, или 15%. 15% пускай будет налоговая ставка. Пускай потихоньку собирают деньги, потому что мне уже нужно начинать делать какую-то маломальскую армию. Что у нас по еде? По фруктам все как-то не особо... Я не понимаю, почему фрукты не добывают? Неполный штат. А почему неполный штат?
Сборщик налогов, 5 человек. Давай сборщика налогов на первое место переместим. Садовники, фермеры. Подожди, садовники, фермеры, работники склада, работники амбара. А где лесорубы? Строители 15, понятное дело. А лесорубы почему-то... А, потому что, видимо, весь лес они вырубили все-таки. Да, весь лес вырубили. И лесорубы сейчас мне не нужны. 347 дерева, довольно неплохо. Я думаю, что мне этого хватит явно на какое-то первое время сейчас. Поэтому будем сейчас просто строить дома. Мне нужно больше людей. Вот. Здесь, наверное, тоже будем строить обычные дома. Здесь можно будет больницу какую-нибудь условно сделать. Как-то вот так вот вниз тут можно будет какое-то тоже что-то большое, красивое, типа площади поставить. Так, ладно, давай смотреть. Лесоруб, склад, углежок. Вот, кстати, можно сделать углежога. Углежога. Давай сделаем где-нибудь его вот здесь, наверное. Не знаю, одного-двух, пускай один пока будет углежок. Железный рудник. Так, а железо у нас вот здесь было. Да, вот, есть здесь у нас железо, но его, блин, надо как-то, ну, только если вот так его ставить, да, и проводить сюда дорогу. То я думаю, что можно поставить, пускай будет у нас добыча железа тоже. Она в любом случае мне пригодится рано или поздно, железо это, поэтому пускай будет. Вот, вот эти камни потом надо будет сносить. Хотя, может быть, мне и сейчас хватит ресов, чтобы эти камни снести. Блин, столько много построек, подожди, давай скорость сейчас уменьшу. Нет, удаление камней я не могу, мне нужно что-то, что-то нужно, короче, какой-то мне нужен вот этот ресурс, что это такое? А, это кузнецы, это типа у нас инструменты, понял. Так, каменщик, чинит поврежденные строения, используя камень. Ну, мне это, наверное, не особо пока нужно, давай смотреть дальше, что он, башня лучников, сокровищница, вот, зал войны. Разблокировать баллисту, казармы, школу лучников и ров. Грандиозный, каждый день грандиозные пиры. Зал войны. Ой, точнее, великий зал. Ну, зал войны мне явно нужно строить, чтобы у меня были войны. Потому что на меня уже вот-вот скоро будут нападать. Скажи тебе, скажу, как они. Викинги, вот, викинги. И нужно будет от них отбиваться. Поэтому мне будут нужны явно войны. Поэтому давай-ка мы, наверное, воинов куда-нибудь запилим вот сюда. Точнее, это типа зал войны. Там, по-моему, можно будет героя делать или что-то такое. А самих воинов, по-моему, можно нанимать в казарме, насколько я помню. Могу пока ошибаться, конечно, но, по-моему, как-то так. Так, коттедж, таверна. Ну, тут, в принципе, проблем никаких нету с этим. Так, развитый город. Вот, клиника у нас стала доступна. Кладбищенский сторож. Хранитель сторожа. Сейчас повторно со временем надгробие исчезают. Клинику. Давай доктора поставим. Смотри, а доктор почему-то у нас один типа ставится на всей территории. Ну, судя по всему, да. Поставим его куда-нибудь сюда. Поближе к людям. Так сказать. А где у него вход? Вход у него... А, ну явно вот здесь. Ну, пускай вот так мы его тогда поставим на угол сюда. Или нет, вот сюда. Вот сюда поставим. Так, что еще у нас интересно? Клинику мы построили. Кладбище я не... А, мне нужен кладбищенский сторож, чтобы сделать кладбище. Ну, давай сделаем, хорошо. Тогда кладбище мы запилим где-нибудь вот здесь, наверное, чтобы оно не особо так мозолило глаза. А скажите, пожалуйста... Ну, вот так, да? Явно надо делать... Ну, явно вот так, да. Все, можно, в принципе, ускориться. Построечки сейчас будем строить потихоньку. Потихоньку, помаленьку. Здесь тоже, наверное, дороги можно как-то пускать уже дальше. Здесь можно, в принципе, тоже строить дома. Наверное, так я и сделаю. Так, кладбище могу сделать, да? Или, а подожди, а как оно строится, кладбище? Я не помню, что было кладбище. А тут нужно... О, у меня начали появляться первые деньги. Это хорошо. Это хорошо. Это радует. 5 рабочих. Так, ну там еще пока строится. Да, пока все это дело туда принесут, огромное количество времени пройдет. Но по еде вроде бы проблем нету. Есть небольшие проблемы, конечно, с лесом у нас. Вот, как-то бы вот от этих волков бы избавиться.
Лесник потихоньку, помаленьку добывает там, конечно, все. Можно поставить здесь для него, наверное, какой-нибудь склад. Запилить. Так, а где у нас склад? Подожди. Склады, вот, малый склад. Поставить, например, вот здесь вот его куда-нибудь. Вот так. Оп. Возможно, возможно пригодится, а может быть и нет, не знаю. Так, что у нас дальше, если что интересно? О, у нас появились ветряки, да? Да, вот, то есть получается по ферме по краям. То есть я могу вот здесь вот убрать одну, поставить здесь, 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 здесь и так далее, так далее, так далее. Вот, а что она нам дает? Давай почитаем. Улучшает продуктивность прилегающих ферм, не влияет на сады. То есть только для ферм эта штука у нас идет. Можно ли как-то посмотреть... Производит еды, вот, смотри, 2, 6, 6 из 6, вот, базовая продуктивность, да, 4, здесь тоже 4, то есть, если мы, допустим, снесем вот эту, и сейчас построим, посмотрим, как это вообще отразится. Бенч. Ну, они ее пока построят, уже пройдет какое-то время, поэтому давай ускоримся. Значит, продуктивность у нас 4, высокая плодородность. Ну, плодородность, скорее всего, останется такая же. Увеличится базовая продуктивность, наверное, мне так кажется. Да, ну что-то строят они, конечно, долго. Они до сих пор уже второй год пытаются построить этот зал войны. Что-то никак они его не достроят. Зато построили больницу и построили кладбище. Да, почему нет? Ферму буду долго строить. У меня уже 101... Ой, а чё так все плохо? Здоровье поселили из-за недавних смертей. О, чума какая-то. Ну, у меня... Я построил больницу. Я больницу, ребят, построил. Все хорошо должно быть у вас. Грустит из-за недавних смертей от чумы. Так, мельницу тоже почти построили. Там, в принципе, не так много ресов. Просто все были, видимо, заняты где-то на строительстве чего-то другого. Поэтому так долго все здесь и шло. Угу, вон, тащит последние доски. Оп. И что-то ничего не поменялось. Изменилось производство еды вот здесь 6 из 6 в год. А, типа, ничего больше как-то не поменялось. Базовая продуктивность также и осталась. Улучшает продуктивность, прилегает. Видимо, ее надо ставить, если... Ну, то есть, смотри, здесь я поставил фермы на плодородной почве. Вот, если я поставлю, допустим, ферму здесь на не особо плодородной, ну, типа, на обычной почве, то там, наверное, будет продуктивность меньше. Вот это, базовая. Вот, и там уже нужно строить, по всей видимости, ветряк. А мы сейчас это попробуем, мы сейчас посмотрим, как это будет работать. Мне всего-то нужно построить одну ферму вот здесь, и одну давай еще вот здесь тоже поставим. А, все, я понял, то есть тут я строить не могу, окей. Но в любом случае, Чего? Куча людей типа померла. Но я походу вовремя построил кладбище. Прям максимально вовремя. Короче, у нас была вспышка вторжения викингов. Блинский, вторжение викингов. А, успею я что-нибудь сделать с воинами-то? Скорее всего, ну, викинги тоже, не по-моему, приходят. Там что-то какой-то шухер поделают и потом уходят. Казармы. Ну, блин, я не успею явно построить казармы. Так, поставим. Ну, я думаю, что я не успею. А где викинги? На меня напали. С какой стороны? Покажите, пожалуйста. Вон они плывут, да? Я не помню. По-моему, обычные люди тоже умеют обороняться. Но это, конечно, не точно.
надо строить обязательно. Так, а что по кладбищу-то у нас? Ну, это типа, если расширять его, да? Ну да, то есть можно вокруг его здесь расширять. В принципе, у меня пока тут надгробий нету. Так что в целом пока все хорошо. Углежок там жжет уголь потихоньку. Угля нету. Ну, его сразу разбирают, весь этот уголь. На самом деле. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Бегут, 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 бегут. Люди, защищайтесь, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Зажгли пару домов. Ну все, да, они вроде бы уходят. То есть они вот так вот пришли, что-то там сделали и уходят. Правильно? Правильно. Все, да, они уходят. Слава богу. Немного навели шухера и ушли. Через 7 лет прилетит дракон, которого бы, конечно, бы не мешало бы как-то уничтожить, чтобы не было проблем. Так. Горит из-за недавних мегаф... За не время не устраивает почтительных захоронений. В смысле не устраивает захоронения? А как в них устраивать? Есть кладбище. В кладбище людей нету. Подожди, в кладбище я людей не засунул, да? И докторов нету, блин. Тогда мы докторов в самый верх, строители вообще в самый верх сначала, да? Потом доктора идут. Кладбище. Так, военные инструкторы. Ну, тоже вот так пускай будет. Короче, фермеры и садовники будут у нас в самом конце списка. Шахтеры, работники склада, бармены. Да, вот так как-то тогда оставим. Но мне нужны люди. У меня сейчас 86 кровати, всего 67 человек. И этого мало. То есть надо, чтобы больше было у нас людей. Чем выше будет настроение, чем у нас будет лучше все по... здоровью, тем больше будет людей. То есть они будут быстрее плодиться. Так, а кладбище у нас уже забито, что ли? Или как понять, забито оно или нет? Только внешне вот так вот, или как? Или как? Или мне надо расширять его? Давай сделаем как-то вот так тогда. Расширим его чуть-чуть. Пускай будет, раз уж у нас столько там мертвых людей, откуда это резко взялось. Так, 67 человек. Ребята, давайте появляйтесь, где вы все? Где, блин, все люди? Очень долго приходят. Ладненько, ребят, на сегодня будем тогда заканчивать. Пишите, что думаете. В любом случае, мы много с чего сегодня сделали. Я обязательно буду продолжать, если вы будете меня поддерживать. Напомню, 30 лайков и новый выпуск выходит. С вами был Корвет. Всем удачи, пока.